Здравствуйте. А вы здесь живете? Да. Я из жилищника. Да. За вашим домом, там будет народный парк строить. Да. И вот меня попросили вот опрос такой сделать. Да. Согласны, не согласны. И что люди пишут? А я вот только вышел. Только вышел? Угу. Вообще-то люди не согласны в основном. А мне как бы все равно. Я честно должен записывать. Подождите, там начали... Давайте сядем на лавочку. Там начали уже производство работ, правильно? А вы кто вообще? Как я прораб участка. А ФИО? Барсегов моя фамилия. Барсегов. Это вы с пятого участка? Да. А, понятно. Там этот Александр работает, да? Это начальник участка. Ага. Вот. А почему вы не согласны? Значит, я не согласна. Во-первых, давайте... Вроде как бы я смотрю так красиво. Красиво на картинке у нас всегда, да? Угу. Значит, вот давайте смотрим план, чтобы вы понимали. Я вам объясню, пожалуйста. Я просто даже не знаю, вот меня просто попросили, я даже поняла, и не смотрел. Я живу здесь 40 лет. Значит, вот это вот территория Роктова 8-2, правильно? Угу. Вот эта дорожка. Здесь у нас была зеленая зона, да? Угу. Здесь люди ходили, прекрасно ходили, и здесь у нас... А давайте выйдем прямо туда, я вам покажу, что на картинке смотреть, чтобы вы понимали, это будет даже гораздо лучше. Во-первых, они должны были стопрос провести до начала производства работы. Дальше идем. Не, ну, идет. Нет, вот на эту гору. Сейчас, ну, я сейчас просто еще раз не имя, могу имя, уже. имя. Артур еще. Меня зовут. Артур. Да. Идемте вот прямо сюда, на местность. Потому что вот на картинке ни хрена понять нельзя. Вот они нарисовали этот план. Кто его делал, план, нам непонятно. Во-первых, он никем не подписан. Я знаю, что это вот народный депутат Государственной Думы. Кто? Выборный? Да, что? Это он придумал? По-моему. Вот, ага. Вот, здесь зимой у нас горка, здесь все покрывается снегом, и у нас дети вот прямо оттуда катятся туда вниз. Понимаете, прекрасная горка, мы все счастливы, этой горкой. Здесь выросло несколько поколений детей. Значит, они здесь собираются ставить фонари. Вы людям рассказываете про фонари? Вот здесь вот этот вот ландшафт, понимаете, вот смотрите, они вот сейчас делают вот этот вот гору, здесь уклон же 30 градусов наверх, выложат плиткой, да? Вот этот вот уклон, как вы думаете, здесь люди будут ходить, вот, допустим, дождик или снежок будет падать? Там будут лестничные марши, они там... Вот. Они там не делают лестничные марши, вы посмотрите. Смотрите, вон закупили, вот там, видите, там эта лестница. А тем более, даже еще хуже, если там будут лестничные марши, и там дети будут по этим лестничным маршам кататься, это будет травмоопасно. Вот поэтому это и опрос идет, понимаете? Вы напишите, идет. Так, напишите. Я уже написал, не, все. Где моя фамилия, напишите дату, дату просто. Когда, здесь дату мы не пишем. Когда вы меня опрашивали? Здесь дату не сегодня, пишем. Так, сегодня 9 июля. Дату я не пишу. Ну напишите, я прошу вас. Напишите. Что этот опрос проводился 9 июля. Пришли сюда 28 июля. Идите к Селезневу, господи. Ну что вы сам я это? И в префектуру, Лен, ну, я и в префектуру пойду. Хоть к Собянину идите. Ну, пойду, сам. Пойду. Вот напишите, пожалуйста, дату, я вас прошу. Больше я вас написал. Ничего. Все, спасибо.